Спроектировать, построить, ввести в эксплуатацию и содержать. Дорогу на улице Усольцева в Сургуте возводят по новому для нашего муниципалитета механизму. Контракт жизненного цикла с сургутской мэрией заключал «Северавтодор», который уже имеет подобный опыт. Компания возвела в Югре первую автомагистраль по такому же инвестиционному договору в Нижневартовске. Когда сдадут объект в Сургуте, знает Карина Алексанян. Первый в истории Сургута контракт жизненного цикла по строительству дороги был подписан осенью 2020-го. Исполнителем стала компания «Северавтодор». Ее специалисты приступили к проектным разработкам, получили положительное заключение экспертизы. А в начале прошлого года вышли на участок улицы Усольцева от Есенина до Тюменского тракта строить автомагистраль по совершенно новому механизму для нашего муниципалитета. Объект позволит нам связать непосредственно район ЖД с второй частью города, для того, чтобы соединить с Тюменским трактом, обеспечить как заезд, так и выезд на данную территорию. Ожидаем завершения объекта по графику. 30 сентября у нас завершение. Подрядчика знаем, известный в городе Сургуте. То есть, в принципе, никаких у нас каких-то проблем либо нареканий нету. Также в контракте предусмотрена эксплуатация объекта до 2027 года. Сначала компания «Северавтодор» построила первый участок от улицы Есенина в сторону Тюменского тракта протяженностью 150 метров. Эта дорога обеспечила сургутянам въезд на территорию к новостройкам, а также позволила развиваться сопутствующей инфраструктуре. Сейчас подрядчик завершает строительно-монтажные работы на остальной территории. Общая протяженность магистрали – 750 метров. Этот объект входит в карту развития Югры, которая составлена была при поддержке партии «Единая Россия», куда включены наиболее значимые объекты для комфортного проживания граждан. И в том числе этот участок дороги, как сказал представитель ОКСА, позволит разгрузить, значит, магистральную трассу. И таким образом, как бы такая перемычка, которая позволит сократить время пребывания в пробках. В Югре пилотом в строительстве по контракту жизненного цикла стал Нижневартовск. Там дорогу возвела также компания «Северавтодор». Подобный инвестиционный договор предполагает проектирование, на него отводится 1,5 года, затем строительство, а после ввода в эксплуатацию еще и содержание. Потому подрядчику выгодно сделать качественно, чтобы не тратить большие деньги на устранение ошибок или недоделок. Аналитика проводится, расчеты проводятся, экономисты УКС города выполнили все расчеты, проанализировали затраты на строительство, затраты на последующее содержание автодорог. То, что показывают расчеты и опыт других муниципалитетов в нашем регионе, в стране, говорит о том, что эти решения выгодны. Конечно, удобно, да, то есть это удобно как и для нас, это удобно так и для администрации Сургута. Ввиду того, что после строительства весь гарантийный срок мы эту дорогу еще будем содержать. То есть как бы мы еще берем на себя ответственность, то есть по устранению каких-то гарантийных обязательств на данном участке. На объекте работают порядка 30 специалистов и минимум 15 единиц техники. При необходимости на площадку выводят дополнительные ресурсы. До сдачи объекта строительная компания осталось уложить верхний слой проезжей части, смонтировать вело- и тротуарные дорожки, а также выполнить благоустройство и озеленение. Карина Алексанян, Сергей Коликов, Сургут 24.